вот эти вот коляски, это дело для собак хорошо бабки ими собирать. То есть жалко, там кто-то денежку прислал, собачка на коляске ездит, да, но по факту из практики собака самостоятельно в этой коляске не может лечь. И это все Филькина грамота. Мы решили первый раз попробовать для спинальника использовать вот такие вот пакеты. Я думаю, что это самое разумное решение. Собака самостоятельно может в них лечь. Вот. И сейчас мы первый такой пакет приобрели, заказали, и вот Перси первый раз в этом пакете. Естественно, она будет ходить, писать, какать в этот пакет, поэтому пакеты это регулярно нужно стирать. В стиральной машинке у нас есть. Кто хочет помочь Перси, нужно вот заказать еще, ну, таких 3-4 пакета, наверное, да, Сай? Да. А лучше 5-6, чтобы они же высохнуть еще должны. Тут вопрос даже не в туалете, а в ее, потому что она-то, может быть, в памперсе будет. Он же все равно пачкается об землю. Люд, какой номер ты покупал? XL. Это на Озоне, да? XL, да. Перси, ты у нас XL стал? XL. Выросла девушка. Давай, Перси, ну-ка иди сюда, иди ко мне. Давай скорее, пробуй, ну, иди скорее, Перси. Перси, давай скорее. Персюха. Я так долго не ползала. А давай попробуем вне бокса. На улицу попробуем. Пойдемте на улицу. Пойдем-ка на улицу. Пойдем. Давай, пойдем. Она же бедная трясется. Ну, она, конечно. Стресс. Дима Сергеевич, тебе стресс устраивает. Сейчас ты еще на ноги встанешь. Пойдем. Со стрессу. Давай на улицу выйди, пойдем. Вот так, хорошо. Кто-нибудь умный человек мог вперед выйти, мозги свои включить? Нет. Ты же идешь впереди. Вот он. Молодец, хорошо. И кости бьёшь, за кости побежи. Вот он. Перси, иди скорее. Вот Персюха на улице. Вот так. Да. Самое главное вот в этом вот во всем процессе, что этот мешок, он позволяет собаке передвигаться самостоятельно, и она не стирает конечности. Она двигается, бегает, то есть, ну... Видит мир. Да, видит мир. Теперь Перси сможет самостоятельно передвигаться и общаться, и гулять. Кто там, Персик? Вот сегодня она первый день вышла из бокса. Больше месяца она... Да больше полутора, наверное. Да, около 2 месяцев она находилась в послеоперационном боксе. С травмой позвоночника. Позвоночник сросся, но по факту мы поняли, что ходить она никогда не будет, кроме вот, вот такого варианта. Поэтому нужны вот такие вот пакеты на смену, потому что Перси будет ходить в туалет, это все нужно стирать. Да менять. И, к сожалению, Перси у нас не одна тоже. Да, и... Ну, Перси это первый испытатель такого пакета, поэтому... Я имею в виду, да, что может быть и в пару с ней кто-то будет гулять. Я думаю, в дальнейшем мы сделаем двор спинальников, и они там все дружно будут промышлять. Но сегодня промышлять? Мы решили... ОПГ. Да, ОПГ. Мы решили попробовать Перси направить потихоньку. Она будет главарь ОПГ. К Ивасику, косуле. У нас очень сильно скучает косуля. Пока маленькие козлята родятся, там, да, ну, я думаю, вот, может, они сдружатся с Ивасиком и будет пара. Ну, им веселее два, будет точно. Инвалидика. Персик, иди ко мне, Персик. Иди шкалей. Персюх. Ню. Ну что, по-моему, она себя прекрасно чувствует. Перс, иди ко мне, Перс. Собаки лают. Ну, Перс. Ты умница, все. Молодец, хорошо, Перс умница. Ну что, не будем переохлаждать ребенка? А? С непривычки переохлаждать, да, не будем? Нормально, пускай она под простыней чуть-чуть. Это нормально. Подзакалиться тогда. Подзакалиться чуть-чуть. Перси, ну-ка, давай все отойдем. А ты снежок ей кинь, может она ловит снежок будет. А в чью сторону побежит, да, я так понимаю. Перси, беги за кем-нибудь. Никуда не пойду. Я со всеми и ни с кем. Что ты, моя красавица? Бегать даже. Красавица. Молодец, Перси, хорошо. Ты моя хорошая. Хорошая. Да, только вот есть одна проблема. Вот она привыкнет. Лапой наступила на пакет, и что дальше будет? А если вот. Ну с ней же все равно человек будет все пока. Ну все, молодец. А пошли все вперед. Все. Перси, пойдем гулять. Пойдем. Перси. Пойдем, Перси, пошли. Гулять. Дай, молодец.
домой. Пойдем домой. Домой, а, не хочу домой. Перс, пошли домой. Домой. Иди домой. Перси, пошли домой. Домой. Не понимаешь ее. Для первого раза хорош. Раздевать надо ее, чтобы она не сожрала. Конечно, штанишки не, свои. Все. Все, Перси, молодец, погуляла. Сейчас мы тебя разденем. И надеемся, что добрые люди сейчас и твоим коллегам спинальникам, и тебе организуют такие. Надо сперва на ней проверить, вот когда практика вот покажет. Ты еще не проверил? Не, ну мы же насколько их хватит, понимаешь, если их каждый день, а если как они могут быть разных фирм еще. Ну вот надо сперва определиться, а потом уже будем много заказывать. Сперва для Перси, она испытатель. Может быть, найдется человек, который сам делает вообще из какого-нибудь качественного материала, так что. Давай, снимай. Такие дела. Первый раз опробован. Так, хорошо, все. Здесь тоже все. И, о. И все. Ну все, и допустим она обделалась, это раскрыли, в машинку кинули, постирали, все вопрос. Я Сюха. Какой счастливый день. Счастливый день. День счастливый. Нормально было? Все отлично. Она очень хотела, да, она молодец. Все, аппетит появился сразу на вкусняшку. Все, мы не смотрим, не смотрим, все, ладно. Перси, все, ты будешь гулять теперь? И зимой, и летом. Ну и все. Дело, вы зарядили ее и гулять.